Всем привет! Хороший и качественный инструмент всегда на цену золота у мужчин, тем более, если вы оказались в какой-то ситуации и без него никак. Например, качественный мультитул, ой, как может выручить иногда. Или хороший нож, который всегда должен быть у мужчины. Сейчас я вам покажу несколько очень качественно собранных и полезных инструментов от известной американской фирмы Gerber. Эти помощники будут по душе не только мужчинам, но и женщины, уверен, что-то себе приглянут. Рассмотрим для начала вот такой вот нож-новинку от Gerber, Gerber Flutter and Folding Cleaver. Сразу хочу заметить, что ножи, мультитулы и другие продукты Gerber сделаны очень качественно. Сразу видно, что предмет достойный, щепетильно сделанный и прослужит не один десяток лет, если, конечно, об камни им не кидать. Это у нас карманный нож с нестандартным 3,6-дюймовым лезвием Kalun, текстурированной композитной ручкой из G10 и прочной конструкцией с замком в рамке. Используется в основном как нож для повседневного использования. Сам клинок сделан из китайской стали 7SR17 MOV, сталь высокого качества, аналог американской стали марки 440A. Flatiron отвечает всем требованиям дня и выглядит эффектно, легко справляется с повседневными задачами. Надежная форма лезвия проста в управлении одной рукой и легко складывается, когда не используется. Пожалуй, самая заметная особенность – лезвие Kalun. Гладкое отверстие для большого пальца позволяет надежно закрепиться при открытии и закрытии лезвия. Карманный зажим специально разработан для низкопрофильной переноски, которая не привлекает внимания. У меня есть много разных ножей, а тех, которые предназначены для выживания и повседневного ношения. Данный экземпляр очень достойный вашего внимания. Он удобен, хорошо собран, имеет качественное острое лезвие, складную конструкцию и удобен в использовании. Для повседневного ношения и использования самое то. А это у нас мини-мультитул Gerber GDC Zip Hex. На вид он как будто игрушечный, но когда взял его в руки, сразу понимаешь, что игрушечные только размеры. Очень приятный материал, 5 ключей шестигранников на 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм, крепление на бегунок молнию куртки, на ключи, на брелок, на подсумок, рюкзак и вообще куда угодно. А еще быстроразъемная защелка для удобного крепления или снятия микротула, механизм фиксации выбранного ключа и очень маленький вес и размеры устройства делают этот инструмент действительно полезным. Согласен, что шестигранники нужны далеко уж не всем, но те, кто таким инструментом пользуется реально часто, то обратите внимание на такой вот маленький мультитул. Штука реально удобная и прикольная. И хит сегодняшнего видео уже полноразмерный мультитул для военных Gerber Multiplier 600. Пожалуй, пока самый лучший мультиинструмент, что был у меня. Что сразу бросается в глаза, это как сложен инструмент. Плоскогубцы прячутся в середину ручек. На мой взгляд, очень удобно и стильно, и делает мультитул компактнее и удобнее. Чтобы вынуть плоскогубцы, можно просто махнуть ими или нажать на две кнопки по бокам, и также с помощью кнопок сложить их назад. Есть небольшой люфт в сложенном и разложенном состоянии, но он должен быть в этом инструменте, как я понял. Это саперный инструмент, из названия ProScout это понятно. Он специально сконструирован, чтобы пользоваться им одной рукой в перчатках, и чтобы им было легко пользоваться, так как инструменты ходят легко. Мультитул объединяет в своем корпусе все наиболее часто используемые в ремонте приспособления. В нем есть нож с лезвием полусерейтерной заточки, нож для консервов, напильник, пила, небольшая линейка, кусачки,
А также есть набор отверток различной формы и величины, две плоские и крестообразные. Все инструменты надежно фиксируются при помощи механизма под названием Saft Plus. Если бы инструменты можно было бы достать не с середины, а снаружи, то, думаю, было бы немного удобнее быстро доставать их. Но, возможно, внутреннее расположение инструмента специально так сделано. Все-таки это военный инструмент, как заявляется. Мультиплайер изготовлен из нержавеющей стали высокого качества. Это прочный материал, который также хорошо выдерживает эксплуатацию в условиях высокой влажности. Пользоваться инструментами приятно и удобно. Ощутимо, что вещь надежная и прослужит очень долго. Кстати, компания Gerber предоставляет всем покупателям данного мультитула пожизненную гарантию на этот инструмент. А это значит, что они уверены в качестве своей продукции на все 100%. На нож и на мини-мультитул, кстати, гарантия 25 лет. И это большое преимущество среди других похожих предложений. Также в наборе есть кобура для хранения на поясе. Все удобно, практично и надежно. Пишите свое мнение про данные инструменты, как они вам и что бы вы лично себе хотели. А если у вас есть опыт в ножах или подобных мультитулах, то пишите свое экспертное мнение и что думаете про сегодняшние новинки, которые я показал. Все ссылки на товары будут в описании, переходите по ссылочкам и ознакомьтесь. Спасибо всем, кто ставит лайки, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления про новые видео на канале, это важно. Дальше еще будет много-много интересных роликов. Рад был для вас стараться. Спасибо за просмотр и пока-пока.